Ежегодно в России более 400 тысяч человек переносят инсульт. Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет равновесие и координацию, не может поднять руку или ногу, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти. Действовать нужно быстро. Жизнь в твоих руках.